Выбить страйк и не подвести команду. Сегодня ребята из школ Кировского округа соревновались в умении крутить и швырять мяч. В боулинге «Континента» прошел ежегодный турнир. В профессиональных боулеров очень много способов и приемов для того, чтобы выбить страйк. Одни смазывают пальцы, чтобы шар лучше соскальзывал. Другие шар подкручивают, тем самым создавая определенную траекторию и скорость. А для начинающих боулеров самое главное – найти свой шар, то есть подходящий по весу. Кирилл – боулер со стажем. С родителями играет каждые выходные. И свой шар мальчуган нашел. У меня есть синий шар. Я считаю его счастливым. Это розовый шар под номером 6. Кстати, на удачу надеются многие игроки. Прибегают и к нехитрым ритуалам. Да, я просто полагаюсь на удачу. На свою. И иногда поплюю на мяч, если это поможет. Каким будет удар по кеглям, определяют с первых секунд. Если шар отклонился от центра, пиши пропало, страйка не видать. Как и расстройств на лицах ребят. Играют командами по приглашению общественного движения «Новый город». Сегодня турнир получился наиболее массовым, многочисленным. Более 200 детей пришли из кировских школ, из школ Кировского округа, для того, чтобы хорошо провести день, посоревноваться, выявить сильнейших в разных возрастных группах среди мальчиков и девочек. Ну и в конце концов это тоже здоровый образ жизни. Здоровье прибавляют и эмоции, переживания за скользящий шар и радость от сбитых кеглей. Денис Онос, Александр Филиппов, Антенна 7.